Стремимся, да, к Новому году стараемся хорошо что-то делать. Вот эту светящуюся арку сделали, чтобы жителям хорошо было. Ну вот сейчас мне фотографию, а присылают подаркой, стоит машина, да, в Инстаграм, оказывается, выложили, да? Ну скажите, ну что это за люди, а? Одна лошадь привела туда, начала фотографироваться с лошадью. Стоят тумбы, да, там вот такой проезд между ними, и он проехал туда. Он проехал туда, стал подарку. Для чего, Владимир Владимирович? Наказать. И, пожалуйста, скажите, кто это, я озвучу это по телевидению всем. Это вообще хамство беспредельное. Мы говорим о безопасности. Как он мог проехать? Сейчас поставим третью тумбу туда. Ничего сами не сделают, но испохабить, испортить, это, пожалуйста, это мы можем.